Пополняйте свою коллекцию постельного белья почаще. А когда есть такое предложение, нежность хризантем, хотите мягкую постель? Вот ты знаешь, у меня подружка выбирает свою постель именно вот по этому качеству. Она говорит, я прикасаюсь, если постельное белье жесткое, грубое, это не мое. Она говорит, мне нужна нежность прикосновений. Ну, это, конечно, хочется в спальне. Особый комфорт, особый уют, тепло. Когда мы устали, нам хочется нежных ощущений, тактильных ощущений. А на, ну, кому же приятно на грубый простыни справиться? Или если там катышки, например, появляются. А как приятно спать вот на такой россыпи цветов. Нежное 3D-исполнение. Посмотрите, хризантемы объемные. Они будто бы распускаются на наших глазах. Уникальные. Здесь технология, использованная в создании вот такой оптической иллюзии. Красота необыкновенная. Посмотрите, Ариш, а ведь хризантема не простой цветок. Это цветок императоров, цветок долголетия и изобилия. Так что в свой дом вместе с нежностью хризантем вы получаете оберег. Это же так здорово. Правильные символы в нашу спальню. Для самой, я бы так сказала, особой зоны нашего комфорта. Ну и, конечно, мне прям хочется ее стать немножко так цветочку рукой поднести, чтобы почувствовать аромат. Вот прям такой эффект, что мы просыпаемся. Почувствуй и услышь. Вот. Сказочно. Кстати, понюхай постельное белье. Это неспроста. Я сейчас научу вас проверять постельное белье. Ариша сделала это неспроста. Постельное белье должно пахнуть свежестью текстиля. Если вы почувствовали, что есть запах красителя, такое белье не для вас. Нежность хризантем пахнет свежестью текстиля, потому что в красках нет компонентов, вызывающих аллергии. Кроме того, что это необыкновенная красота, это еще и безопасно для здоровья, гигиенически и чисто. Да, ведь очень часто мы не можем провести в магазинах эксперименты, как с Юлей в прямом эфире, например, облить кипятком, проверить, что краски никуда не уходят. А здесь вы можете понимать, насколько красивые комплекты, насколько качественные вы приобретаете. Но мне очень хочется посмотреть, что мы сегодня получаем, какой комплект, из чего он состоит. Готовый комплект для вашей уютной спальни. Это пододеяльник, простыня и две наволочки 70 на 70. Арина обратила внимание, что простыня совсем другая. Это говорит о том, что комплект дизайнерский. Здесь поработали художники и применили свои художественные мысли. Да, и приработали они действительно на славу. Посмотрите, сколько идей, сколько символов, как тонко проделана работа. Ну, еще один момент заметил, на нашей простыне шва нет. Да, совершенно верно, это цельнокройная простыня, и вам полностью комфортно, ничего не мешает, ничего не задевает и не раздражает. В спальне должны мы отдыхать. Нежность хризантем добавит вам релакса и отдыха. И ткань невероятно мягкая, и еще и нет шва центрального. Да, а мягкость, а за счет чего обеспечивается такая вот мягкость? И даже смотрю, возвратный эффект, складочек нету. Ты знаешь, мягкая, потому что микрофибра, современная инновационная ткань, ее признали все европейские лаборатории, она проходила сертификацию и считается одной из самых лучших тканей для сна по мягкости и по нежности. Конечно, давайте я буду вашими руками. Вместе давайте прикоснемся к этому нежному цветку. Если для вас тоже важно, чтобы постель была мягкой, уютной и нежной, выбирайте нежность хризантем. Ой, а мне прям так хочется потянуться, потянуться и так вот лепесточек, оп, оторвать. Вот настолько реалистично. Вы посмотрите, вы будете засыпать и просыпаться в ярком саду, в сказочном саду, мир ваших грез. И как приятно, ведь очень важно, чтобы наше постельное белье было качественным. Мы это все соприкасается с нашей кожей. Вот как бывает, если белье некачественное, после нескольких стирок на простыне, на пододеяльнике появляются катышки. Вы ложитесь, ощущение, что кто-то до вас вот просто булку хлеба раскрошил. Ну, Ариша, только не с нежностью хризантем. Микрофибра не накатывается вообще, и вы получаете полный комфорт во время отдыха. Инновационная ткань, она не скатывается совсем. Причем стирать можно бесчисленное количество раз. Таких технологий, что сколько стирок нет на микрофибре. Стирайте сотни раз, и цветы останутся в своей яркости и в своей стойкости. А самое главное, что белье еще и не перекосит, оно абсолютно держит свою форму. Посмотрите, давайте представим. Вот я сейчас говорю, а как вы будете в своей спальне? Самый яркий, с императорскими символами, с нежными хризантемами, которые укутывают вас, дарят вам мягкость, тепло и комфорт. И действительно, Юля права, постельных комплектов много не бывает. Они хочется разнообразия, хочется настроения, но это еще и подарком может быть. Это просто даже цена какая, посмотрите, подарочная. Полутораспальный комплект, а у нас есть еще двухспальный. И евроразмер, супер хит нашего телеканала.
прямо сейчас звоните, заказывайте, удивите всех, ведь на таких расцветах такого дизайна очень сложно найти. Очень сложный эксклюзив от телеканала Shop & Show. Уникальный рисунок, который добавит летнего настроения в вашу спальню. Нежность хризантем сделайте ваше спальное место эксклюзивным вместе с комплектом постельного белья из нежнейшей микрофибры.